Держи. Помоги, кто это? Ну, карп. Я боюсь. Убери. Зеркальный карп, давай поднимай, учись. Чего ты боишься его? Я боюсь. Похоже, я его не достану. Заглотил. Зеркальный куб. Смотри, надо. Какой большой. Палочкой надо. Офигеть. Я хочу попытаться лайфхак. Так, короче, спиннинг тут не нужен. Подожди. Давай, да. Давай, держи палочкой. Палочкой? Конечно. Как? Вот так, дай сюда. А, я не умею. Я испугался его. Ну что ты, говори туда кидай. Завтра едем сюда утром с поповком. Да, это. Кто это? Это зеркальный карп, Саша поймал. Вкусный? Да, ну присядь. Присядь и покажи его. Смотри, какой большой. Еле вытащили его. Вдвоем как раз. Вдвоем с Андреем стояли. Короче, мы сюда. Это зеркальный карп. Покажи, ко мне переверни. Вот так. Во. Видишь? Утром сюда едем с поплавками, с двумя. Короче, спиннингом тут делать нечего. Тут надо просто поплавок. И на опарыша. Он малыш. Они вдвоем, они как раз дают Андрею удочку, у него клюет. И они вдвоем начинают тащить. Ой, ну то фидер, не так уловит. Да фидер не то. Поплавок. Тут поплавок и на вот этом мыске, где я тебе говорю.